Казахстан, генерал-майор Таласов Мухаммеджан Кадыржанович. Командующий региональным командованием Астаны, генерал-майор Адыржанович. А, да, он снимает. Командующий региональным командованием Орталык национальной гвардии, генерал-майор Ботаханов Еркин. Сильных корейцев, поляков, немцев, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев. Чечня. И этот список можно продолжить до нескончаемости. И воспоминания тех, кто прошел через этот ужас, повествуют сегодня о примерах высокого, великого гуманизма, сострадания, высоты духа и самопожертвования казахов в отношении сильных. Дорогие друзья, трагедия репрессированного народа – это двойное горе, потому что нет большего несчастья для нации, чем потерять родину. И присутствую сегодня на нашем мероприятии как потомок репрессированного народа, я испытываю чувство особого волнения. Моим родителям во времена самой масштабной операции НКВД по переселению народов чечевица было всего лишь 5-6 лет. Их в нечеловеческих условиях, в вагонах, предназначенных для перевозки скота, доставили сюда казахские степи. По их рассказам, первые месяцы больше половины наших родственников умерло от голода, холода и болезни. Остальные выжили. И пусть они сейчас живут далеко, в разных уголках света, мы знаем, благодарность Казахстану и казахскому народу передается через время, через расстояние на многие поколения. Благодарю за внимание. Так и весь народ Казахстана, создающий сейчас независимую страну, должен быть таким же крепким. Другие народы его укрепили, и мы стали единым народом и единой страной. И мы должны сейчас быть для других примером вот этой вечной памяти. Ведь мы видим, что во многих странах сейчас даже память разрушается, чтобы не помнить то, что происходило. Как быть таким, чтобы все видели, что кто имеет вечную память и любит своих предков, тот не поколебим. Благословен Бог наш всегда, мне присно и вам. Они дозволили что? Такой день политических репрессий в Спасском мемориальном комплексе или на кладбище. Польский комплекс, дальше венгерский. Там российский, по-моему.
Акимат, область города. Как-то так. Россияне. Скорбящая Россия. Ну да, постарались. Слова. Машина есть? Угу. Хотя бесплатно здесь можно попить, да? Дроны летают, да. Посмотрим фильм. Вот такой печальный день немножко. Из репрессированных мы, кого раньше, кого позже, в предыдущих поколениях сюда отправили. Латвия. Угу, Латвия. И вот только вот последний. Латвийский, да? Ну, поэтому он уже другой такой формации. Ну, вопрос, конечно, такой неоднозначный. Понятно, там ингуши, корейцы, репрессированные из других республик, земель Советского Союза. А вот как с послами быть, которые из стран, которые направляли сюда армию? Ну, будем считать их военнопленными, которыми очень по-доброму относились на нашей земле. По крайней мере, у каждого есть свой памятник. Пожалуйста. Владимир Николаевич, не хохлы, а украинцы. У них самое массовое мероприятие. У них приехали журналисты. Фильм снимать будет. Три Ивана про жизнь репрессированных украинцев в Караганде и в Казахстане. Вот посол здесь. Журналисты, представители украинской диаспоры. Вот таким подошел в области. У них сегодня такое мероприятие сильное прям. Амран, Амран. Брат. Салам маршал Дуга, Карганда, Ашбул Вайна. Мара нужда, Обул Дуга, Мукшу Вайна. Да, да, запись ведется. Вот твой друг рядом с нами, вот и мы решили передать, вот, пользуясь случаем, большой привет вам из казахской земли. Так что живите, здравствуйте, всем большой привет от нас на исторической родине. Вам большое спасибо. Спасибо вам. Удачи, спасибо вам. Мы все потерпевшие. Я тоже из репрессированных.
семьи, в 35-м году еще. Донские казаки. Ну, не знаю, какой он кулак был, но без дома остался и здесь вот. Да, да, это совершенно верно. Это не за богатство, а за их жизнь такую. Так что вот так вот. Брат Амран, вот тебе привет от земляков. Ну, вот такой сегодня день. Печальный. Народ разъезжается. Посольские машины уже разъехались, вот только Украина осталась. Они фильм снимают и панихиду служат Украины. Украина, вот там вот они стоят. Журналисты приехали, я уже говорил об этом. Так что такой день.